Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю очередной видосик по танке онлайн. На сей раз у нас аккаунтик мега нагиб. Сегодня понагибаем в демочки, откроем контейнеры. И давайте сразу я запущу конкурсик данного видосика. Давайте наберем на этом видео 100 лайкосов, и я разыграю целых 3 контейнера сверху к розыгрышу комментариев. Поэтому не забывайте поставить лайк на это видео и смотреть далее. Так, что у нас здесь будет по каточке, я пока не знаю. В принципе, мне что надо? Набить 25 кильчиков. Будем набивать по 5 киллов и открывать по одному контейнеру. Посмотрим, что мне сегодня выпадет. Будем, как всегда, надеяться на красочки, которые никак у меня не падают. Я не знаю, что происходит в последнее время. Но за 30 контейнеров халявных мне не упало ни одной краски. Я не знаю, что это, проклятие какое-то или рандом, или просто я невезучий такой вот. Не знаю, что происходит. Но будем надеяться, что сегодня... Игрок у нас тут залагал. Будем надеяться, что сегодня эти красочки мне упадут. Будем надеяться на какую-нибудь анимированную топовую красочку. Пусть то будет... Не знаю, какая-нибудь галактика или синестезия. Ну, конечно, я тут уже начинаю мечтать. Конечно же, мне ничего не упадет. А тем временем я уже набил 6 киллов, и мы можем переходить к открытию первого контейнера. Давай только открывай мне не белое. Ну только не белое, пожалуйста. Ну го, что-нибудь хорошее. Да, конечно, конечно. 125 ДДш. Все по стариночке. Ничего интересного мне не падает пока что. Давайте быстренько-быстренько набиваем хильчики. И откроем следующий контейнер. Что же мне сегодня еще должно упасть? Я не знаю. Но было бы неплохо, если бы мне упала галактика. Ну блин, ну это конечно я сильно зажрался. При том, что мне не падало вообще, в принципе, ни одной красочки. А тут я хочу прям... Давай мне сразу анимированную. Еще и какую анимированную? Одну из последних. Посмотрим, что мне выпадет из этих еще двух контейнеров. Главное, чтобы выпало что-то хотя бы там зеленое. Не знаю, мне что-то в последнее время мне вообще это все не нравится. И почему-то... То ли мне то не везет, то ли вообще всем игрокам так же самое, не только мне не везет. Я не знаю, что происходит. Давайте, в принципе, 10 киллов-то я уже набил, но набьем еще парочку. И откроем следующий контейнерчик. До конца боя у нас 5 минуточек. Я где-то болтаюсь в середине. Можно как-нибудь занять еще топ-1. Так, давайте откроем следующий контейнер. Опачки! 5 золотых ящиков. Ну, уже что-то упало хотя бы. Хотя бы что-то мне упало. 5 целых ящиков я могу разыграть на стриме среди своих подписчиков. И если вы, ребятки, еще не смотрите мои стримчики, то обязательно приходите. Будет что поразыгрывать. И голдопадики бывают, и контейнеры разыгрываются. В данном месяце вообще будет очень много всяких розыгрышей, связанных с контейнерами. Поэтому не знаете еще, приходите обязательно, будет весело. Но мы набиваем уже 14 кильчиков, сказал я, каждые 5 киллов. Давайте поднабьем хотя бы 20-очку. 4 минутки у нас до конца боя еще есть. 20-очку это чтобы стимулировать меня занять первое место. Не знаю, получится у меня это сделать или нет. Сейчас, в принципе, постараемся. Как оно все будет, будет видно. Викомолот мой потихонечку докачивается.
В скором времени, я думаю, что уже на следующей скидочке данный Викамолот будет М4 на том же самом звании, на звании ген-майор. Я повторюсь, на этом звании еще по большей части ни у одного игрока, который играет в игру больше, он, вернее, менее года, даже может больше, не знаю. Комплект данный с Викамолотом М3 был, если я не ошибаюсь, больше 2 лет назад, и поэтому он является одним из самых уникальных на данном звании. При всех раскладах игроки максимум могут иметь М3 вооружение, то есть М2 в фулл прокачке, а у меня получается так, что М3 почти фулл прокачки по 18 сейчас шагов у меня уже качанный Викамолот на последних скидочках, которые проходили у нас вчера. Я его подкачал. И вот я уже набиваю 20 скильчиков. Давайте откроем, ребятки, последний контейнер. Посмотрим, что у нас здесь выпадет. Ну давай, что-нибудь четенькое, что-нибудь четенькое. Опа! Ну блин, ну зеленое, да, зеленое. Два зеленых, одно белое. Ну, 125 аптечек, да, в принципе, у меня по аптекам не все так хорошо относительно другой нарочки. Ну, конечно, круто. Опачки, у нас золотой ящичек в битве. Давайте попробуем его поймать. Конечно же, тут диктаторы сразу на подхвате. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ой, как залазит-то некрасиво. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Ай-яй-яй-яй-яй. Не получилось. Не фартануло. В принципе, 3 контейнера я открыл. Выпало не все так печально, как падало раньше, но до сих пор, считай, я открыл больше 30 контейнеров халявных, которые даются за цепочки заданий. И из этих 30, даже больше контейнеров, мне не упало ни одной анимированной, да даже какой анимированной, никакой простой даже краски не упало, будь то там, не знаю, какой-нибудь свинец или еще что-нибудь нубское, но мне ничего не падало. Я не знаю, ребят, что последнее время творится, то ли это какая-то подкрутка, чтобы не падало ничего хорошего, то ли еще что. Пишите в комментарии, ребятки, обязательно, что это вообще происходит, то ли я рак, то ли, блин, не знаю, это реально что-то подкручивают. Оставляйте свои комментарии по этому поводу, и обязательно среди ваших комментариев я разыграю победителя, который получит несколько золотых ящиков, а также промокодик на контейнер. Поэтому, если еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте, как я уже и сказал, что это будет выгодно и интересно. Ну а с вами был мистер Ванька. Всем спасибо. Всем пока.